замок Герда с английским профилем и скороход. Если сзади вертушка. Вставляем вверх. Но вставляем не до упора. Здесь нужно немножко ловить. Вставляем, если до упора, крутиться не будет. Немножко назад. И вот он начинает крутиться. Может чуть-чуть подклинивать. Ну, вот этот момент нужно ловить. Вот обратно чуть-чуть подклинивает. Но крутится. Поэтому надо, чтобы не сломать скороход, надо ловить моменты тогда. Надо крутить. Цена будет на сайте, телефоны, ссылки, все будет на видео.